مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أن أستضيف هذه الحلقة من جديد البروفيسور سيرجي سافيلوف. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас опять-таки пытаюсь проводить аналогию с взрослением мозга человека и то, как происходила эволюция мозга исторически. Раньше, в принципе, грубая сила являлась абсолютной нормой. То есть, словно говоря, даже если мы смотрим на религиозные войны, перебили мужиков, забрали женщин, поработили детей, условно говоря. Да, прислуги, ну, это обязательно. Да? Со временем это стало как бы, ну, не камильфо. Это было абсолютной нормой. Получается, что у нас развиваются лобные зоны, да, неокортекс. Нет. Как бы, и вот эта тормозная система является для того, чтобы раньше нормой, стало не нормой. Нет, эволюция мозга идет, но не в этом направлении. Гуманизм не развивается. Вопрос цены. Раньше, например, когда население ничего не стоило, и когда конкретное имущество представляло колоссальную ценность, в Европе было принято там сделать внутренний крестовый походик, 80% населения уничтожить и ограбить. Ну и замечательно. Это был поход на Константинополь. Знаете? Да нет, внутри Европы постоянно мелкие крестовые походы уничтожалось 60-80% населения. Достаточно там несколько лет не платить десятину церкви. Все. Это повод для того, чтобы там смести всех. И такого было полно. Вся история Европы – это сплошное душегубство. Так вот, постепенно это прекратилось. Почему? Потому что чем выше уровень экономического развития, тем реже начинали убивать людей. Почему? Потому что это производительная сила. То есть это чистая экономика. Зачем убивать и грабить, когда можно подчинить и заставить работать? И вот как только это понимание стало возникать, как раз благодаря отбору мозга, тем меньше начинают убивать. Сейчас, как вы видите, войны вообще стараются в таком виде не вести. Почему сейчас говорят комбинированные войны, гибридные? Потому что задача-то очень простая. Попытаться экономическими, ну или военным воздействием подчинить так, чтобы извлечь ресурсы, заставить людей желательно задешево работать и этим воспользоваться, но никак не убивать. Зачем убивать ресурс, который дорого стоит и долго растет? Все-таки надо ждать 15-20 лет, пока вырастет очередное поколение. К тому же условия какие-то. Отсюда вот прямая военная колонизация сменилась на экономическую. Да, конечно. Когда, собственно, уже транснациональные корпорации те же функции выполняют, которые выполняют генерал-губернатор Британии в Индии или какой-нибудь французский. И никого не надо, надо расстреливать, просто достаточно там создать более жесткие экономические условия, и все. Наоборот. То есть с развитием мозга разве это не связано? Нет. Это не мозг, это инструменты эволюционной конкуренции. Проще. Но это как, вы знаете, есть же один способ. Например, есть жуки такие, которые находят гусеницу и съедают. Но жук не очень большой, а гусеница большая. Ну и сколько он от нее отъест? Треть. Да? Но есть другой способ использовать эту гусеницу по-другому. Взять, отложить в нее яйцо, закопать, как действуют некоторые другие насекомые. И внутри этой гусеницы живой, но парализованный, будет развиваться личинка, которая постепенно будет есть, причем начнет с наименее важных органов, чтобы гусеница долго-долго жила, чтобы это животное внутри этой гусеницы выросло, вылупилось и стало взрослым насекомым. Вот сейчас в экономическом плане и вот современные войны – это вот ровно это. То есть они видят какую-нибудь хорошую жирную гусеницу с нефтью и газом. Ну, отлично, значит, что надо сделать? Просто откусить голову, но это возни сколько потом с остальными, со всеми, там, бодаться надо очень. Но никто не хочет. Проще. Надо заразить, инфицировать так, чтобы твои личинки, ну, грубо говоря, выели это все изнутри, чтобы оставалась одна оболочка, видимость сохраняется, страна в ООН, представьте. Но внутри уже ничего нет. Там все твои. И таким образом это ровно происходит то же самое. То есть это вопрос экономической дельты. То есть изощренность мозга, она, конечно, растет, потому что такие люди появляются, которые могут придумывать такие фокусы. Я хочу все-таки вернуться. Мне просто интересно, есть ли какой-то ответ на этот вопрос или нет. Вот если посмотреть, например, на историю развития человечества,
Можно ли сказать, например, ну, естественно, с точки зрения сравнения с эволюцией мозга, что сегодня человечество, то есть по развитию мозга, находится на примерно каком-то возрастном отрезке, там 18-22 года, там, или 22-26, есть какой-то вот? Да, примерно сейчас мы в тяжелом положении находимся. Если сравнить всю эволюцию человеческого мозга, то с моей точки зрения, это исключительно личное мнение, с которым большинство не согласится, что мы вступили в период полового созревания. То есть мы еще достаточно безумны с точки зрения животного мира. Ну, известно, что люди, подростки в период полового созревания, они совершенно невменяемые. Ну, то есть совершают поступки глупые. Но в то же время, когда вдруг гормонов становится меньше, это особый механизм, об этом говорили как-то, подавляющий половую активность, срабатывает, они вдруг становятся очень осознанные, очень такие вменяемые, хорошо учатся, и папа с мамой слушаются. А потом гормоны половые одолевают, и они безумеют. И, кстати, перестают все время друг другу морду, как это в школе происходит, например. То есть все-таки в институте мордобоя меньше. Чем гормонов меньше, все половое созревание. Правда, человечество, с моей точки зрения, вступило вот в период такого полового созревания, когда иногда рассудочная деятельность доминирует над лимбической, иногда лимбическая над рассудочной. И в этом весь ужас. Поэтому, как говорится, здесь есть только один вариант. Надо тянуть время, чтобы мозг успел созреть, проэволюционировать до такой степени, чтобы мы друг друга не поубивали. Мы обещали телезрителям ответить на некоторые вопросы, которые в том числе основаны на тех программах, которые у нас уже вышли. Выслали очень много вопросов, только в общий чат нашей программы около 300 вопросов. Это кроме тех, которые приходили на личку мне лично. И я попытался выбрать вот 20 вопросов, ну, из тех, которые больше всего повторяются, которые больше всего волнует наших телезрителей. Больше, чем из 30 стран прислали вопросы. Значит, повторяется достаточно часто вопрос, каковы пределы искусственного интеллекта и может ли он быть усовершенствован до такой степени, что превзойдет возможности мозга человека. Ну, я думаю, что смотрелись, вот, как искусственный интеллект начинает уничтожать человечество и так далее, и прочее такое, да, много фильмов американских на эту тему. И какие вообще главные отличия искусственного интеллекта и человеческого интеллекта? Ну, во-первых, никакого искусственного интеллекта нет. Это у меня есть несколько передач. Так называют, так принято просто называют. Пока это все на самом деле никакой не интеллект, это все тот же самый подход, это алгоритмы, написанные человеком, той или иной сложности, и плюс подключение к огромным базам данных, то есть Big Data. Это все тот же самый перевод, перебор вариантов и подгонка. На самом деле, на тех принципах, которые работает человеческий мозг, сделать какую бы то ни было интеллектуальную вещь невозможно. А сделав ее, и практически будет невозможно контролировать. То есть, иначе говоря, искусственный интеллект пока на системе двоичного кода создать невозможно. А то, что начинают называть искусственным интеллектом, это способ, значит, пиар-акции, которая на самом деле построена все на тех же самых примитивнейших алгоритмах и подключении больших баз данных для поиска решений. Причем это решение формируется методом подгонки. Поэтому пока это в основном из области фантастики. Ничего близкого к человеческому интеллекту и даже к интеллекту плоского свободно живущего червя нет в помине. Какие особенности человеческого интеллекта или вообще человеческого мышления, так как работают нейроны, который, может быть, никогда не удастся создать искусственным образом? Это то, что наше мышление не есть электрическая передача сигнала. То есть во всех компьютерном моделировании используются, по сути дела, модели электрической передачи сигнала. Во-первых, эта электрическая передача сигнала кодируется очень сложным образом у человека. То есть у нас связь, каждый нейрон, у нас 150 миллиардов нейронов. Каждый нейрон, каждый, образует от 100 тысяч до миллиона связей с соседними клетками. Да, с соседними клетками. Каждый вот этот контакт называется синапсом. И в каждом из этих синапсов информация кодируется примерно из нескольких десятков медиаторов, которые в разных концентрациях передают сигнал. Это раз. То есть такой системы пока не существует, даже если подключить, собрать все компьютеры мира вместе, соединить. Во-вторых, человеческий мозг принимает решения и запоминает самые важные вещи, не используя готовые пути, которые есть в процессорах или в компьютерах, или даже моделируются программно. Нет.
новые связи образуются физически. То есть каждый нейрон из этих 150 миллиардов каждый день образует 3 новых синапса, примерно в среднем, а 3 разрушает. То есть это все равно, что 150 миллиардов процессоров, которые каждый день перепаиваются человеком новые связи. То есть, естественно, что систему морфогенетическую, которая является основой мышления, принятия неожиданных решений, поиска каких-то решений сложных задач, сохранению памяти, создать нельзя, потому что мышление строится по физическому типу на основании новых соединений, которых до этого вообще не было. А, извините, все программные продукты – это что такое? Это уже готовые алгоритмы в готовых системах связи, которые можно предусмотреть. То есть поэтому до творческого мышления искусственному интеллекту очень далеко, поскольку вот эту систему перепаивания контактов, да, причем в таких количествах, пока создать невозможно. В связи с этим вот производный вопрос, можно ли искусственно увеличить человеческий интеллект, воздействуя на какие-то области, или это только сортинг, только врожденно, и отсеиваем, скажем так, отделяем умных от неумных? Нет, пока мы не можем встроиться в мозг, мы не можем воздействовать. Mm-hmm. Человек просто внешними атрибутами очень давно уже усиливает свои возможности. Mm-hmm. Создал подзорную трубу, телескоп, микроскоп, там всякие сенсорные системы дополнительные. Собственно говоря, это что? Это продление наших органов чувств. То есть мы надстройки все время делаем над своим организмом, но вот так, чтобы вмешаться в мозг и увеличить способности, пока нет. Потому что слишком рано это все происходит, и нейроны перестают размножаться практически к рождению. Там в некоторых областях отдельные нейроны появляются, но это все скоро половому созреванию исчезает. Вы знаете, очень много тоже, опять-таки, повторяется вопрос. Очень многие люди, понятно, с этим сталкиваются. Как нейробиология объясняет так называемые, мы сейчас все так называемые, да, так называемые вещи и сны и дежавю, когда человек точно знает, я это видел где-то, я это видел во сне там, и так далее. Очень много, вы знаете, вот эти так называемые провидцы, ясновидящие и прочее, то есть это во всем мире об этом говорят, но никто не знает, как это объяснить с точки зрения науки. Ну, во-первых, это все ложь. Почему? Потому что в свое время Французская академия наук еще в начале XIX века вот именно этой проблемой заинтересовалась. Ей приходили письма от французов. Они что сделали? Это описано в книге Шлейдена довольно подробно. Они взяли, собрали вот этих самых провидцев, причем не каких-то там простых, а академиков Французской академии наук типа Лапласа. Они записали свои эти и астрономические свои предсказания, и такие всякие. Все это запечатали в сейф убрали и прочее, там чуть не в воду его пустили. Да. Через 10 лет открыли, ну что, вероятное совпадение 1%. Ну то есть документированная проверка предсказаний, слепых, то есть человек ничего не знает о том, что предсказывает. Вот такое. А все остальное – это все в основном шарлатанство и жульничество. Это относительно предсказаний. То есть там маленький процент. Ну, 1%. Это просто запоминается то, что совпадает. Да, то, что совпадает. Потому что мы же, это как мне говорят, вы знаете, вот человек не курил, не пил, занимался спортом, дожил до 100 лет. Я говорю, а кто не курил, не пил и умер, не дожив до 100 лет? Вы пропорцию скажите. И тогда будем аргументированно разговаривать. Это досужие разговоры. Значит, а вот относительно снов и всего остального. Ну, во-первых... Дежавю – это очень распространенное явление. Дежавю – это дело в том, что когда мы днем активничаем, что-то делаем, и у нас, а потом ложимся спать, у нас остаточная активность мозга, но без центрального мотиватора, то есть без контроля произвольного плана действий, который осуществляет наш мозг принудительно, пока мы активны. Да. Так вот, эта бесконтрольная активность зон мозга, она разная. С чем вы легли, чем вы занимались, чем вы возбуждались незадолго до сна, то и будет сохранять наибольшую остаточную активность. И в результате возникают самые разные комбинации. Невероятные фантазии, сны там, или даже типа галлюцинации. Это примерно одного и того же рода. То есть это бесконтрольная активность разных участков мозга, которые имеют остаточное возбуждение,
во время вашего сна. Или наоборот, вы больны чем-то, или гормоны выброшены, еще что-то. Вот это все одного рода дело. И наш мозг, в мозге оказывается огромное количество вариантов этих связей. Он как продолжает работать, только медленно и слабо. И если в этот момент происходит образование этих синапсов, это переходит в память, вот эта комбинация невероятная, случайная до известной степени, то потом в днем, когда вы активны, вы понимаете, что это было, но вы не помните где. Это как раз вот такие синтетические события, ваши фантазии, перешедшие в долговременную память во время сна. Интересно, вот что такое дежавю. Ты едешь в какую-то страну и думаешь, ну я был в этой стране, вот так все родное, как такое-то и так далее. То есть есть такие ощущения, даже у меня я могу. Да, где был. Да, это и я испытываю. Также точно механизм один и тот же. Mm-hmm. Если вы во время своих неконтролируемых фантазий, то есть во время сна или там в состоянии глубокого опьянения, там тоже бывает, вдруг это перейдет в долговременную память, то вы потом получите неожиданно очень похожую ситуацию. Потому что сходство ситуации определяется не тем, что вы точно воспроизводите образы, а производит ощущение того, что вы были. То есть это значит набор сигналов, которые вы получили. Они очень похожи с тем, что вы видели во сне или там. Есть очень много тоже, опять-таки, свидетельств. Даже у меня книга есть, по-моему, Моуди, если не ошибаюсь, по поводу того, что люди переживают во время клинической смерти. Да? Или, например, когда они долго находятся в наркозе. Многие начинают описывать, о чем говорили врачи, или как они были одеты, или там, ну, условно говоря, даже как будто бы сверху видят, что происходит, как их оперируют. Ну, это немножко фантазийное все, это ощущение вторичное, потому что у нас очень много фантомных. Некоторые начинают описывать тоннели, то есть, условно говоря, тоннели обязательно. В смерти и вернулись, как бы то, что называется, вернулся с того света, часто говорят. Да? Вы знаете, у меня лично есть такой опыт, поэтому я могу, так сказать, подтвердить, что да, действительно, туннель образуется, но это связано не с этим, не с тем, что он побывал в туннеле. Просто у нас, когда постепенно отключается кровоток головного мозга, у нас активность остается только центральная часть затылочной области, которая характеризует центральную часть глаза, так называемая макула. В ней дольше всего сохраняется кровоток, потому что она самая первая и дифференцируется в развитии человека. И это сужение поля зрения, как бы, но фантазийное, поскольку остальные области лишаются кровотока первыми, а вот эти макулярные, центральные, то есть это центр глаза, последними. Отсюда возникает ощущение туннеля. Я знаком с этими состояниями, а то, что человек там слышал или еще что-то, так это у него слуховая система работает. И если особенно там интенсивно вводят глюкозу, еще там эти звуки запоминаются, естественно, потому что в этот момент организм мобилизуется. То есть это мобилизационность. То есть это периферийная, да, память? Нет, это память, она обычная слуховая память. Вряд ли там, так сказать, что он как бы видит, что летает над этим, над всем. Нейробиология каким-то образом объясняет самосознание, вот я, например, да, и примерно вот с точки зрения эволюции, как структурно, вот морфологически в мозгу начало появляться вот представление о том, что я – это я и самосознание. Ну, такое самосознание есть у всех приматов. Они понимают, что я – это я. Они отлично понимают, что в зеркале – это они сами. Приматы себя узнают. Большинство приматов себя отлично узнает, понимает, что это они. То есть это не какое-то вот изобретение вот этого понятийного аппарата «я», там, «совесть», еще. Они по своему происхождению биологические. Там, «совесть», еще. Они по своему происхождению биологические. Но это лингвистический прием. Когда у меня спрашивают, а вот как вот мы осознаем себя «я», я говорю, так, определитесь, пожалуйста, что такое «я». После этого разговор заканчивается всегда с этими теоретиками, потому что они используют лингвистические приемы для определения того, чего обозначить физически не могут. И тогда ставят как бы собеседника в неудобное положение. Меня довольно трудно в это поставить. Тоже интересно. Правда ли, что мозг, ну или зафиксировали, да, то, что мозг принимает решение еще до того, как человек начинает действовать? Обязательно до того. Ну, представьте себе, что если нога будет дрыгаться до того, как вы отдали ей приказ. Да, но что это происходит... Что это будет за футбол? Достаточно, ну, раньше. То есть, ну, говоря, мозг всегда заранее. Объясняйте то, что вот все детерминировано, мы не имеем никакой свободы воли, потому что мозг принимает решение с нашей, как бы, с позиции человека,
основываясь на какой-то своей логике, своей последовательности. Да нет, там все просто. Это все ерунда. Свобода воли – это опять очередное «я». Вы определите понятие свободы воли и успокойтесь, потому что выяснится, после первого же определения я имел дело с такими философами, в кавычках, вот, которые, если вы используете их понятие свободы воли, то у таракана свободы воли очень много. И скорпиона. То есть, ну, поскольку они определить не могут, это забудем про это. А мозг действительно опережает, всегда опережает любое наше действие. Потому что любое действие, даже вот рукой движение, мы должны не просто проконтролировать и отдать приказ мышцам, оно прогнозирует любое произвольное движение. Кроме инстинктивного там отклонения от летящего камня, которое не за счет коры, а за счет подкорковых древних структур, доставшихся нам от животных, вот эти рефлекторные реакции простейшие, они, конечно, такие, так называемый старт-рефлекс, то есть когда мы уклоняемся, еще что-то. Все остальное требует, конечно, мозг срабатывает раньше. Он каждый раз создает программу движения, просто это происходит с высокой скоростью. И в мозжечке координация, алгоритм движения. После этого мы двигаем рукой, берем ручку и так дальше. Мозг всегда впереди. У нас нет движения неконтролируемого мозга. Никакого. Поэтому, да. У нас философские рассуждения по поводу свободы воли и предопределения, да, то, что вот все предопределено и так далее, все за человека решено за 40 миллионов лет до сотворения, ну, я сейчас беру монотеистические религии, да, до сотворения там Вселенной и так далее, в принципе, имеют какую-то, ну, обоснованность, потому что, по большому счету, человек во многом, то есть его аппарат принятия решения, он пока еще недостаточно хорошо изучен был на то время, когда появлялись религии. Ну, конечно. То есть, тогда же никто не знал, как работает мозг. Конечно. Поэтому нет, считаем, это... что все предопределено, мы же действуем инстинктивно во многом по лимбической системе. Да, да, она передается по наследству. Вот вам, пожалуйста, и все предопределено. Но все предопределено в животном мире. А человеческая эволюция – это совсем другое. В эволюции человека мы же сами являемся и инструментом отбора, и объектом отбора эволюционного. Поэтому мы меняемся. Просто другое дело, что во всем мире это очень плохо понимают. То, что эволюционный процесс идет, и идет отбор людей, продолжается как и раньше, даже с большей интенсивностью. Но мы отбираем новые поколения людей, следующие одно с другим, в соответствии с сегодняшними задачами. Мы, по сути дела, из себя репрессируем те, которых не нужны, и размножаем те, которых нужны. Это и есть эволюционный процесс. Сейчас там айтишники хорошо размножаются, которые владеют компьютерами, пишут программами. Просто с очень высокой скоростью. Ну вот я просто сопрягу следующий вопрос с тем, что вы сейчас сказали. Насколько присутствует элемент наследственности и генетики в творческих способностях и гениальности? Очень мало. Очень мало? Очень мало. Дело в том, что поскольку мозг состоит в среднем из 300 структур, таких основных, там намного больше, конечно, и геном-то перемешивается, от папы с мамой достается. И вероятность того, что получится копия одного из родителей, даже особо талантливого и гениального, равна почти нулю. Именно поэтому говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Но бывали случаи, когда некоторый набор способностей воспроизводится. Там семьи Бахов, например. Но все равно Иоганн Себастьян был только один гениальный. То есть это как раз говорит о том, что, к сожалению, зачастую дети гениальных родителей довольно бездарны. А с другой стороны, о том, что дети так не похожи на своих родителей, что с ними очень часто возникают конфликты. Именно из-за различий по мозгу. И какой-нибудь ребенок может найти человека на стороне, или жену даже, или просто приятеля, с которым у него будет больше общего, чем с его собственными родителями. В этом катастрофа. Изменчивость мозга, она гарантирует семейные конфликты, которые тоже являются инструментом отбора. Вот интересный вопрос мне показался. Ученые Гарварда, как тут спрашивают, провели исследования, которые провели корреляцию между возрастом отца во время женитьбы, то есть во время зачатия, я так понимаю, да? Вот, и интеллекта сына. Вот как это отражается? Действительно ли отражается каким-то образом? То сперматозоид, если он жизнеспособен, и способен достичь яйцеклетки, то он обычно нормальный. Поэтому как бы здесь прямой связи нет. Нет этой связи еще по одной причине. Дело в том, что мозг развивается не столько по генетическим, сколько по морфогенетическим законам, построен на межклеточных взаимодействиях. И здесь, скажем так, от генетической детерминации до зрелого мозга очень большое расстояние. И там много всяких событий случайных, которые не связаны с прямым
наследованием, которые могут существенно повлиять на это. Поэтому, как бы, боюсь, что интеллект папы в сперматозоиды не проникает. Поэтому это, я боюсь, что сказки. Сергей Вячеславович, спасибо большое. В очередной раз получил огромное удовольствие от беседы с вами. Спасибо. Вам спасибо за компанию и за прекрасных слушателей, которые отзываются на наши скромные передачи. مع البروفيسور سيرجي سافيليف تعبنا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت يحييكم من العاصمة الروسية موسكو دمتم في أمان الله وللقاء